Когда зверь Арыс за тобой придет, притворись лисой или ящерицей, притворись. Притворись рисунком обоев, стань цветом стены. Если спросят, сколько ты стоишь, не называй цены. Если все же настаивать будет, ты знаешь свой прескурант. И если выпить предложит, соглашайся на абсолют курант. Вдруг предложит он, если вместе пойти в кино, скажи, что кино ненавидишь, потому что одно говно. Вот когда-то скажи ему, чтоб поддержать разговор, было кино про Штирлица, и это был не позор. Там была фрау Заурих, и сам Штирлиц был просто держись. А потом фрау Заурих тоже забрала рысь. Вроде слухи ходили, что рысь — это ведьма-мать. Она даже проникла в сюжет, чтобы дочку к себе забрать. Она ревновала ее ко всем и к Штирлицу, ясен пень, пока не утащила с собой в один непрекрасный день. И все же какой-то роман до того получился у них. Заурих все мечтала, что Штирлиц ее жених. «Ваше русское страстное сердце», — говорила она ему, — «чем-то меня привлекает, только чем не пойму». «Никакой вы не немец, Штирлиц. Но в гестапо я вас не сдам». А Штирлиц курил по-черному и наливал 100 грамм. Фрау ему готовила селедками бутерброд. И сама улыбалась, обнажая беззубый рот. «Чего ты мне гонишь, про это нервно скажет тебе Арысь. Я за тобой вообще-то, так что давай не храбрись. Я же вижу, боишься, так что коленки дрожат. Это нормально, другие тебе даже визжат. Так что ты еще держишься славно, я не ошибся в тебе. И мы не ко всем приходим, не у каждого есть в судьбе встреча, подобная нашей. Не бойся, но и не храбрись. Потому что ты наша, ты не знала, но ты Арысь».